Так, есть. Вставить сюда конус Морзе и подвести заднюю бабку. Смотрите, у меня какая фигня. Так, друзья, еще раз всем привет. Сегодня продолжается эпопея с продавцом metalmaster.ru. И вот в чем она заключается. Значит, послал я им фотки вот этих двух шпинделяк моих. Задняя бабка, передняя, они не сходятся. Это что они мне говорят? Говорят, это хорошо, но дайте нам фото без патрона. Снимайте патрон. Вставляйте конус, вот этот вот конус, вот этот вот. Вставляйте конус без патрона. Так, ну что же, будем сейчас это делать. Вот там у нас на 17. Точнее, будем пробовать это делать. Потому что я, ну, никогда в жизни этим не занимался. Я хз, я хотел получить продукт, ну, новый. Понимаете, где ты взял и точишь. А вот получается, что у нас какой-то недоновый продукт. Ого. Ого. Очень интересно пока. Оп, есть. И последняя гаечка вот эта. Вот прям их ключом, да, который они дают на 17. О, вот это очень интересно. Гайка выкручивается. Вместе. Ну, видите как? Оп. А, ну она специально так сделана, видите, для того, чтобы соскочил патрон. Ну, теперь выкручиваем полностью. Кстати, на Ютубе, ну и вообще в интернете. Да, вот здесь вот видите меточки такие. Они сделаны, видимо, при сборке. Ну, по ним мы будем назад и ставить. Оп, есть. Вот вторая гаечка. Итого у меня их две в руках. Кстати, патрон такой, ну, довольно увесистый. Ну, не прям там критично. Как же хочется это сделать руками. Так, есть. Значит, что мы тут получаем? Ну, только лишь смазка. Ну, ничего особого. Так, ставим вот сюда, можно вниз этот патрон. Две, кстати, вот эти направляющие вращаются, но сидят там. А вот эта третья направляющая. Давайте вот так поставим. Она, ну, она просто тут сидит, как бы там внутри, и все на этом. И как бы... И ничего она никому не говорит. Теперь нужно патрон убрать отсюда. Вставить сюда конус Морзе. Кстати, там все смазано. Вот так. Ну, вот как-то вот так. Да? И подвести заднюю бабку. Смотрим, что нам покажет бабка. Ну, это был ее максимум. Чтобы подвести ближе. Кожух, короче говоря, кожух стоит конкретно так, что ближе ее подвести и нельзя. А здесь нам, получается, мешает и бабка, и каретка. Ну, в принципе, вот как-то так. Так, ну что же, я им тогда фоткаю. Значит, вот смотрите, у меня какая фигня.
Причем, я же говорю, я настраивал бабку, вот если сверху мы смотрим, влево-вправо она стоит, ну там понятно, микроны какие-то есть, я ж на глаз это делал. Тут нормально. А здесь, ну вот такая порно. Здесь разница, ну просто жесть. Давайте еще чуть-чуть подвинем. И замерим. Вот сейчас на нуле стоит. Есть кончики. 3-4 миллиметра, друзья. Здесь еще больше. Как-то так. Ну, в общем, отправляем фотки, ждем ответ. Так, ну и давайте попробуем запустим его. Что есть, то есть. Что с этим делать, как с этим жить, непонятно мне.